Правительство утвердило новые правила подачи документов на усыновление детей-сирот, отмечает Интерфакс. Теперь, чтобы усыновить ребенка, нужно предоставить справку с места работы с указанием должности и зарплаты, копию пенсионного удостоверения и выписку из домовой книги или другой документ, в котором есть сведения о проживающих с усыновителем членах его семьи. Все бумаги надо приносить в двух экземплярах. Акт обследования условий жизни гражданина и письменный отказ в выдаче заключения органа опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка в семью могут быть обжалованы в судебном порядке, уточняется в постановлении.